Ну что ж, я поставила шкурки вариться, они у нас уже закипели, я засекла время. Будут вариться, как я уже говорила, они у нас 3 часа. В это время, друзья, мы сейчас сделаем бутербродную массу, шпик. Шпик из сала. Я взяла мясорубку, подготовила здесь мисочку. Сало я порезала на вот такие мелкие кусочки. И сейчас я буду их перекручивать через мясорубку. Что-то слабовато идет, наверное, я плохо закрутила. Сейчас я все это верну в нормальное положение. Вы знаете, плохо закрутила вот эту вот штучку. Сейчас все идет. Крутится. Не докрутила до конца. Перекрутила я сало на мясорубку. Вот что получилось. Получилось еще многовато его. Что сейчас буду делать? Чесночок подготовила здесь. Буду натирать на вот такую терочку. Сразу на досточку. У меня сломалась чеснокодавка моя. А в город я не ездила, никак не куплю. Так. Буду тереть на терочку. Можно было на мясорубку перекрутить, но я не захотела. Чеснока приблизительно головку пущу сюда. Люблю, когда остренькое. Ну вот так натерла 5 зубчиков. Забрасываем к нашему салу наш чесночок. Так, сюда добавляем черный молотый перец. По вкусу, как вы любите. Добавлю сюда красный перец острый. Чуть-чуть. Хватит. Ну, конечно же, соль. Соль и, забыла, друзья, укропчик. Конечно же, укропчика добавим. Вот так солим по вкусу. И сейчас сюда добавим еще укропчика. Ну, я принесла укроп, друзья. Он у меня замороженный. Вот такая грудка. Я его сейчас просто вот так порежу, сколько мне надо. Только достала с морозиловки. Поздно вспомнила, что укроп мне нужен. Вот так, я думаю, будет достаточно. Здесь он у меня в 2 пакетах. Все летит, все падает. Просто меленько его я сейчас порежу. Немножко измельчу. Он у меня измельченный, но не до конца. Замороженный укроп очень хорошо режется. Если бы я его разморозила,
резался бы похуже. А замороженный очень хорошо режется. Я поэтому его сразу и не размораживала. Вот так, меленько. Порежем, сейчас добавим к нашему салу. Обалденный шпик получается, друзья. Бутербродное сало. Ну вот так. Порезала укропчик. Добавляем к нашему салу. Можно весь добавить, а можно посмотреть. Но я добавлю весь. Я думаю, лишним не будет. Будет повкуснее, поароматнее. Досточку сейчас уберу. И все это сало сейчас перемешаем, друзья. Просто перемешаем. Чесночок размешаем. Еще на соль. Если соли маловато, можно досолить. Конечно, лучше было бы, если бы это перемешать руками. Я, наверное, так это и сделаю, так как ложечкой не очень хорошо перемешивается. Перемешаю сейчас все это я еще раз руками. Попробую на соль, досолю. Ну, друзья, шпик наш готов. Вот такой он у нас получился. Я перемешала его руками. Посмотрите, какая красота. С укропчиком, с чесночком. На соль нормально, соли я больше не добавляла. Но здесь я подготовила вот такой контейнер. И наш шпик, нашу закусочку мы сейчас сюда переложим. Оставим на полчаса, чтобы у нас все хорошо просолилось. А потом уберем морозильную камеру. Вот так поплотнее укладываю. Замечательный шпик, замечательная бутербродная закуска. Готовьте. Это очень вкусно. Если у вас некуда девать кусочки сала, или сало тонкое, как у меня, ошметки, я пообрезала все это сало на мясорубку, добавила чесночок, укропчик, перчик, соль. Все это сейчас постоит. Потом намажем на хлебушек и попробуем, друзья, попробуем вот такую вкусную закуску. Домашнюю. В магазине такого точно не купите. Хотя, конечно, там продают шпик тоже вкусный. Но это, друзья, домашний из домашнего сала. Это намного вкуснее. Вот так. Плотненько. Я это не буду сейчас закрывать крышкой. С ложечки все уберу. Не буду закрывать крышкой, просто оставлю вот так приблизительно на полчаса, чтобы у нас сало хорошо замариновалось, просолилось. И поближе вам покажу еще раз. Вот такая закуска получается, друзья. Из кусочков сала, из остатков сала. О, готовьте такую вкусняшку. Намазывайте на хлебушек, ешьте с борщиком или просто так. Сало с чесноком, шпик домашний.
бутербродное сало, называйте как хотите. Главное, что это очень-очень вкусно. Ну что ж, постояла наша бутербродная закусочка полчаса. Я здесь хлебушка отрезала. Сейчас намажем и попробуем. Намажу вилочкой. Ароматы какие, слюнки так и бегут. Так и хочется попробовать. О, посмотрите, какая вкусняшка. Пробовать сейчас будем. Друзья, как вкусно. Чесночок, укропчик. Обалденно вкусно. Готовьте такую закуску. Бутербродная намазка, шпик. Очень вкусно. На соль. Чесночком пахнет. Очень-очень вкусно. Сборщиком. Объедение, друзья. Руки у меня грязные. Объедение. Приготовьте такой шпик. Пальцы можно объесть. Очень вкусно. О, на вилочку возьму. Очень вкусно. На соль нормально. Обалденно. Обалденно вкусно, друзья. Очень вкусно. Но я сейчас вот это все закрою крышечкой. Хлебушек уберу. Вот так закрываю крышкой. И уносим, друзья, в холодильник. Поставлю пока в холодильник, пускай они у меня в холодильнике постоит, вернее он. Оно, сало, сало, намазка, в холодильник поставлю. А потом уберу в морозильную камеру. Не доела. О, какой кусочек. Очень вкусно. Обалденно вкусно, друзья. Готовьте.